Ульяновское управление Федеральной антимонопольной службы подводит итоги года. Достигнуть удалось многого. Владимир Путин не раз говорил, что все иски УФАС должны быть детально обоснованы, и процент положительных решений по ним не должен быть меньше 80%. Ульяновские антимонопольщики в этом году отработали на 86%. Это считается очень высоким показателем. Вот с нашей точки зрения, основным и самым важным итогом нашей деятельности является, конечно же, решение судебных инстанций, которые подтверждают, правильно ли, законно ли решение наших комиссий по тем или иным жалобам, заявлениям, которые поступают в наш адрес. Все дела касаются недобросовестной конкуренции. Как, например, компания «Веста» пыталась обвинить Ульяновский облстройзаказчик в уклонении от заключения контракта на ремонт кровли. В первом случае это недобросовестная конкуренция на рынке кухонной мебели. Второе дело – недобросовестная конкуренция на рынке услуг по обучению иностранным языкам. А в первом случае был оштрафован директор предприятия, использовавшего незаконно промышленный образец, защищенный патентом Российской Федерации. Управлению удалось доказать в судах всех инстанций, что ни управляющие компании, ни жители тепловикам ничего не должны. Госзакупки, тендеры, конкурсы, реклама – все это в зоне внимания УФАС. Ульяновское управление Федеральной антимонопольной службы по праву считается одним из лучших в России. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.